Всем привет, с вами NetScout, и добро пожаловать в новый первый выпуск «Всё о Майнкрафт». И в этом выпуске я расскажу, для чего нужен тотем бессмертия и как его использовать. А для начала вам нужно знать, что этот тотем выпадает только из моба-призыватель. Этот моб выглядит как обычный житель, только отличие его — это серая кожа и чуть-чуть другой костюм. Здоровье этого моба состоит из 12 сердечек. Наносит он 6 сердечек урона. И он агрессивно настроен к жителям и железным големам. Вызыватель призывает досаждателей, испуская белые частицы магии. Способен призывать ряды и кольца челюстей из-под земли, испуская бордовые частицы магии. Сейчас я убью этого моба, чтобы показать вам, как из него дропается тотем. Как видите, с него выпало несколько изумрудов и тотем. Если игрок держит тотем в одной из рук, то после получения смертельного урона он восстанавливает немного здоровья и накладывает эффект регенерации 2 на 40 секунд и поглощение 2 на 5 секунд. После использования тотем уничтожается. Ну вот, я рассказал вам, для чего нужен был тотем и как его использовать. И мое видео уже подошло к концу, хочу я с вами попрощаться. С вами был NetScout, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.